Давай еще немного подождем и будем начинать. Ну, никто больше не хочет включаться, слушать про графы нейросети. Надеюсь, посмотрит записи. Так что, наверное, потихоньку начну. Адель, тебе не повезло, я буду тебе задавать вопросы. Вот. И первый вопрос, наверное, стандартный. Была ли ты на лекции про вот это вот все? Да, я была, лекция была очень интересная, очень понятная, все объяснили максимально на пальцах. Классно. Ну да, давайте я тогда попытаюсь продолжить в таком же стиле все это делать. Вот, и ну как бы, что мы хотим вообще сегодня на семинаре понять и там пройти. Вот, в конце лекции вам рассказали про PageRank, и это как бы такая супер-классная штука, с которой там начинал Google вообще вот как-то понимать вообще важность сайтов и начинать их как-то ранжировать. Вот. И вообще, ну, как бы, если глобально так смотреть, то PageRank — это был такой первый алгоритм, после которого люди начали там вкладываться вообще в графы нейронной сети, поверили, что там это интересная тема, и как бы она дает результат. Вот, поэтому мы начнем с PageRank, а потом мы посмотрим на графы нейронной сетки и как бы вообще в целом про концепцию. Вот. Ну, как бы, да, у вас была лекция, и классно, что было все понятно, поэтому мы там не будем говорить, там, что такое граф, какие там графы бывают и что у графов есть. Вот, мы больше будем знакомиться с какими-то инструментами, чтобы с ними работать. Вот, есть, получается, вот такая вот библиотека, которая там позволяет брать и рисовать графы. То есть мы указываем там вершины, указываем ребра между вершинами, и он может вот ориентированные графы рисовать, если как бы мы будем передавать. Ну, если мы хотим и в ту сторону, то мы должны вот так вот tuple два раза передать этот. Ну, как бы интересно отрисовывает, все удобно. Можно как бы из коробки получать матрицу смежности. Вот делается это таким магическим способом, то есть ну, специальная функция. Потом, наверное, чтобы это отрисовалось в матрицу, сделаем из этого MP-Array, еще транспонировать, чтобы нам было удобно смотреть. Ну вот, и также есть матрица степеней. И чтобы нам получить матрицу переходов, ну, то есть вероятности перейти из одного узла в другой, мы как бы можем вот так вот перемножить две матрицы и получить вот эту вот штуку. Так, и как бы
Ну, тут все понятно, наверное. Свойство этой матрицы то, что у нее как бы по столбцам сумма равна, ну, единице. Сумма значений в столбце равно единице. Это логично, то, что у нас как бы, ну, вот мы стоим в какой-то вершине, например, я встаю в вершине один, вот, и я могу там с равной вероятностью перейти вот в эту вершину и вот в эту. И больше у меня не должна оставаться вероятность, поэтому у меня в сумме вот так вот по столбцу будет один. И как бы что предполагает вообще вот PageRank и там как его искать, наверное, лекции тоже про это было, это то, что нужно просто вот так вот брать, перемножать какой-то вектор, который мы сначала рандомно инициализируем, и мы будем перемножать на вот эту вот матрицу переходов, сделаем это там k раз, и потом у нас получается, ну, какой-то вообще вектор, который почему-то перестает там изменяться. И, ну, короче, какие-то странные вещи, наверное, на первый взгляд. И вот хочется, да, вас спросить, было ли на лекции, как-то подробно вы останавливались на том, почему вот все работает вот так вот. На лекции подробно говорили, просто я не уверена. Я помню, говорили что-то про Гаусса, но это, по-моему, не то. В общем, что-то подробно объясняли, не факт, что именно вот эту формулу. Ну да, тут такая не очень страшная формула. Ну, давайте как-то поймем концепт, то, что мы, ну, хотим рассуждать как бы в парадигме цепи Маркова. Что такое цепь Маркова? Давайте повторю. Возможно, вы уже знаете. Цепь Маркова — это просто, ну вот у меня есть там n состояний, и ну, граф из n вершин. Я начинаю ходить, и каждый следующий шаг я делаю чисто на основе того, ну, как бы, в каком состоянии я сейчас. То есть, как бы, вот 100 раз я отшагал, и мне без разницы история вот этих 100 шагов. Я просто смотрю на мое текущее состояние, и из этого, как бы, ну, принимаю какое-то решение. Вот. Ну, как бы это называется там марковость процесса, то, что он не зависит от предыдущих каких-то шагов. Ну, как бы человечество пытается много что описать с помощью марковости там процесса и много где пытается применить эту теорию. Вот. Есть замечательный предмет — случайные процессы. Возможно, у кого-то он из вас был, вот, у кого-то не был. Ну вот, и в случайных процессах там подробно разбирается всякие вот цепи Маркова и почему они так хороши. Ну, вкратце, хороши они, потому что для них много что понятно. Ну, то есть, как бы, если там цепь Маркова конечная, и там еще у нее прикольные свойства есть, то, ну, это очень удобный математический инструмент, с помощью которого можно решить много задач. И вот, как бы, тут утверждается, что если вот у нас есть конечный граф, и, ну, потом мы вот разберем какие-то случаи, ну, и на лекции вам рассказывали про случаи, как вообще свести, то у нас вот эта вот цепь Маркова становится однородной. Ну, то есть утверждается, ну, даже не однородной, а у нее будет стационарное состояние. Что такое стационарное состояние? Это то, что вот у меня есть какой-то, ну, вектор распределения вероятности. Вот этот вот выкаты, я буду домножать его на матрицу вот перехода в следующее состояние и попадать, ну, в самого себя. То есть у меня как бы, ну, будет такой вот предел, и я сойдусь в какую-то, ну, определенную точку. Вот. И это очень классное свойство, вот, которое и, получается, ну, позволило вот этому вот PageRank существовать. То, что мы возьмем сейчас итеративно там походим, поизменяем вот этот вот наш вектор омега, который описывает, ну, там, распределение как бы вероятностей, попадая каждой вершины, вот, и в некоторый момент он перестанет изменяться, и с помощью как бы него мы можем транжировать вообще важные страницы. Вот примерно такая идея, и как бы мы сейчас будем рассматривать этот процесс, вот тут вот даже
даже мы можем уже его посмотреть, то, что мы берем и инициализируем вот наш вектор омега, который равен, ну, сколько у нас состояний, вот, по вероятности, ну, равновероятно мы распределили, вот, еще раз, 4 вершины, 0,25, как бы, ну, оказаться в каждой вершине вероятности. Потом мы начнем перемножать на матрицу переходов, там, 20 раз, и будем рисовать наш вот это вот, ну, вектор. И вот если мы будем это делать, то видим, что там через несколько итераций к концу он просто перестает изменяться. Вот. Ну, какая-то магия на самом деле, да? То, что мы берем какой-то равновероятный вектор, перемножаем на какую-то матрицу, и через несколько итераций она сходится к какому-то конкретному вектору. Вот. И тут вот как бы написано то, что вот эта вот вся, ну, операция, она эквивалентна тому, что скорее вам рассказали на лекции, какую-то, ну, вот интуицию PageRank, то есть то, что у нас там важность вот этой вот ссылки, она зависит от того, там, сколько страниц на нее ссылаются и сколько она на них ссылается. И вот тут вот если смотреть такую вот реализацию чисто циклами, то вот мы, получается, делим, сколько на нее ссылается, на то, наверное, ну, на какие она ссылается. Там вот простая формула. И вот если это делать, то мы тоже сойдемся к какому-то конкретному вектору. Вот сейчас мы это нарисуем. Вот, да, тоже 21 итерация, но тут у нас другой граф. Можно для интереса взять вот этот вот граф и попробовать на нем запустить. Так, мы берем вот этот граф. Мы его рисуем, и потом мы к нему применяем вот эту вот штуку. Ну, да, и получается у нас вот тут 0,2, 0,4, 0,2, 0,2. То, что мы получаем вот так вот, перемножая на матрицы. Так, наверное, пока что не очень понятно, что происходит. Я так сразу начал говорить про какие-то там матрицы, перемножения и так далее. Вот, давайте еще попытаемся остановиться перед тем, как пойти дальше и как раз вот фиксить какие-то проблемы, которые у нас могут возникнуть с этой матрицей смежности, и то, что у нас вот эти вот магические методы перестанут сходиться. Давайте вот, ну, посмотрим еще раз на то, что вот мы пытаемся решить вот такую вот штуку. И мы утверждаем, что у нас существует такой вот предел, мы вот будем вот так вот итеративно ходить, и в некоторый момент мы найдем вот этот вектор, который перестанет изменяться. Вот. На что похоже, ну, вот это вот выражение? Наверное, так, вам вопрос. Из линейной алгебры. У вас была линейная алгебра или нет? Была. Так, отлично. Тогда точно вы должны знать, на что это похоже. Ну вот если я уберу тут вот индексы и буду писать v равно m умножить на v, ну там матрично умножить, то что это за задача в линейной алгебре? Мы не знаем. Так, а собственные числа матрицы, такое вы должны были слышать, да, наверное. Угу. Да, ну как бы, мне кажется, вот курс линейной алгебры, он направлен на то, что научить там вас искать собственные значения этой матрицы. И как бы, когда проходишь курс линейной алгебры, не совсем понимаешь, зачем искать собственные числа вообще, ну, в чем прикол, там какие-то вот есть методы, когда мы там берем, считаем детерминант, отнимая какую-то там лямбда на единичную матрицу, решаем это уравнение, получаем чиселки, иногда там эти собственные числа не вырождены, иногда не вырождены, и там просто какой-то, ну, трэш происходит, и вопрос, зачем все это?
Ну вот как бы машинное обучение, наверное, пытается объяснить всю идею линейной алгебры. Ну вот, и как бы во многих задачах машинного обучения есть какие-то приложения. Ну вот, как, наверное, я для себя понимаю главную идею, то, что, ну вот, если матрица была диагональная, то, ну, очень понятно на самом деле, что она делает. Ну, как бы вот у нас трехмерная диагональная матрица, там, при перемножении на вектор, она отвечает просто за то, что мы, как бы, ну, растягиваем или сужаем по какой-то из оси. Вот. И если смотреть на вот такую диагональную матрицу, то как бы вообще понятно, что это за преобразование. Ну, потому что как бы мы просто растягиваем каждую координату по там, нашему трехмерному пространству на коэффициент, на который мы умножаем. Вот. И диагональные матрицы, ну, это очень прикольная вещь, потому что с ними очень легко работать. Там приятно они, там, например, минус первый — это просто обратное значение, там, вообще там можно хранить просто диагонали, и все понятно. Ну вот, и как бы люди тоже это поняли и подумали, блин, хочется всегда сводить к диагональным матрицам. И вот, по сути, поиск собственных значений матрицы — это, ну, собственных значений, собственных векторов — это как раз нахождение базиса, ну вот, линейного пространства, в котором у нас вот конкретная матрица будет диагональной. Вот. И тогда это, ну, безумно удобно, потому что мы всегда сможем как бы сделать преобразование, но перейти в другой базис. Там матрицы перехода легко записываются, это вот линейная алгебра рассказывает, и работать в базисе, в котором все как бы, ну, вот эта вот матрица, она диагональна, и как бы все операции становятся легче. Ну вот. И также как бы, ну, часто возникают вот подобные задачи, что, например, ну, вот у нас есть случайный процесс, и у нас вот есть вектор как бы состояния. То есть там вероятность после n-ного шага оказаться как бы в одном из состояний. И вот как бы как получить вероятность того, что мы окажемся на n плюс первом? Нужно взять матрицу перехода, умножить на текущую как бы вероятность, ну, вот этих вот расстояний. И мы получаем вероятность оказаться в следующий шаг и так далее. И вот эта матрица у нас как бы, ну, стационарная, потому что она не зависит от номера шага. То есть либо первый это шаг, либо там последний. Ну, вот как раз то, что она марковая, по сути. Ну вот. И получается, вот эта вот задача, это просто задача о нахождении, собственно, вектора, у которого собственное значение 1. Ну, то есть собственный вектор — это просто если я буду умножать матрицу на вектор, и там равно лямбда этот вектор, где лямбда — это там коэффициент не 0. Вот. Так, понятно немного про вот какой-то попытки на пальцах, наверное, объяснить какие-то предпосылки математические, которые тут есть. Ну, понятно, что вот эта формула, она показывает преобразование какого-то значения со временем, с учетом вероятностей, или нет? А, да, ну вот давайте еще раз. Вот у нас как бы есть вот такая вот матрица. А, да, давайте тоже прорекламирую курс лекций МФТИ вот по случайным процессам. Достаточно много как бы хорошего материала, и вот тут вот, наверное, часть нужна, чтобы как-то больше понять. Да, вот вышки тоже классные. Отлично. Сейчас тогда вот, может быть, вы тоже расскажете какие-то вещи, которые вам рассказали, и тут как бы тоже используются. Вот у нас есть вот такая вот матрица. Это вероятность, ну, перейти из какого-то состояния в какое-то там на момент, ну, на n-том шаге. Но мы решили, что вот у нас вот эти вот вероятности, они от n не зависят. Вот. И как бы, ну, все очень классно. И поэтому вот тут есть всякие теоремы, которые говорят то, что вот чтобы получить вероятность оказаться в каком-то определенном состоянии на шаге n, это я просто должен вот эту вот матрицу переходов умножать на какое-то мое начальное состояние n раз, ну то есть вот в степени n. Вот. И
Ну, тут всякие вот уравнения, которые пытаются это все связывать. Но самая основная вот идея то, что вот эти вот матрицы, они всегда имеют собственное значение 1. Вот. И остальные собственные значения по модулю не превосходят 1. Вот тут вот как бы в семинаре тоже есть эта теорема, она, правда, называется Фрабениус-Перон. Вот, но как бы А можно и вопрос? да, давайте. Я немножко пропустил просто. А как мы инициализируем матрицу переходов как раз? Ну, то есть Да. откуда мы это получаем? Мы начали с того, что мы пытаемся брать и понимать, какая у нас страница. Ну, проходим PageRank, пытаемся понять, какая страница у нас важная. Вот. Что мы знаем про страницы? Мы знаем, ну, как бы гиперссылки, на которых эта страница ссылается, и какие страницы ссылаются на нее. И мы говорим, ага, это же граф. Вот. Притом, как бы там ориентированный и конечный, потому что у нас конечное число страниц. Вот. И мы хотим взять и представить, что мы такой случайный, ну, блуждающий пользователь, который просто будет брать и случайно тыкать на вот эти вот гиперссылки и ходить по нашему графу. Вот. И как бы мы еще предполагаем, что вот этот вот пользователь, который ходит, он не забывает то, что он делал там предыдущие N шагов. Ну, то есть вот там 10 шагов назад то, что он тыкал, ему вообще без разницы на это. Он просто ориентируется на то состояние, в котором он сейчас есть. И, ну, с учетом этого и с учетом вот этих вот там вероятностей, ну, мы считаем равновероятно там вот эти вот ссылки переходов, вот, он будет по ним тыкать. Потом мы говорим, что это на самом деле, ну, марковая цепь, там, марковый процесс, вот это все описывает. Вот, и как бы хорошее свойство марковости, маркового процесса, то, что он как бы там, наверное, это эргодично называется, но то, что у него есть какое-то стационарное состояние, то, что вот он будет ходить так ходить, и там после N итераций мы найдем, ну, вектор, который не изменяется. Вот. И теперь как бы я говорю то, что этот вектор, это есть собственный вектор матрицы вот это вот M, которая матрица смежности графа вот этих гиперссылок. Вот. Собственным значением 1. Вот. И еще теорема какая-то хорошая утверждает то, что у меня всегда это собственное значение будет, и все остальные собственные значения будут меньше, чем 1. Вот, примерно это мы обсудили сейчас, если вкратце. Вот, и мы сейчас пытаемся понять, наверное, как работает магия, то, что я сойдусь к какому-то определенному, ну, вот, вектору, просто начиная, ну, перемножать и вот так вот подменяя начальное состояние, которое я просто инициализирую равновероятно. Ну вот, и, наверное, чтобы понять, вот можно какие-то предпосылки посмотреть тут. Ну вот, да, главное то, что у нас всегда есть собственное значение, ну, один, и собственный вектор, соответствующий ему. И, по сути, наша задача в PageRank — это искать вот этот вот собственный вектор. Что мы будем сейчас делать? Ну вот, мы, в принципе, уже как-то вот научились это делать, просто, ну, подменяя вот так вот. Теперь разберем какие-то крайние случаи, то, что у нас есть тупиковые узлы. То есть вот у нас есть какая-то, ну, сайтик, у него будет индекс 0, который вообще ни на что не ссылается, но вот на него уже что-то, ну, сослалось. И как бы, ну, вот эта штука, она немного рушит наши вот эти вот математические какие-то выводы, поэтому придумали делать так, что из, ну, мы будем рисовать вот такие вот виртуальные ребра, что мы из вершины 0 можем равновероятно перейти в любую из этих трех вершин. Ну, вот так вот делаем вероятности 1 треть, 1 треть, 1 треть. Вот. И если у нас будет изолированный граф, то у нас матрица будет, ну, как бы блочно-диагональная. То есть вот у нас есть какая-то одна, ну, компонента сильной связанности. И вот тут вот есть какие-то вероятности перехода. Ну, тут вот они один-один, то, что мы только можем между вершинами проходить. И
другая матрица, это которая описывает вот эту вот компоненту связности. И это тоже плохо, что ну, пользователь не может вот с этих ссылок там перейти сюда вот. Ну, тоже будет рушить то, что у нас ну, появится вот это вот там стационарное состояние. Вот, поэтому как бы ребята из Гугла, которые создавали вот этот вот PageRank, они представили решение, как вот демпфирующий фактор, который берет и добавляет ну, такую единичную матрицу, нормированную на число узлов ну, во всей нашей сети. Вот. И как бы она не портит свойства вот этой вот матрицы M, потому что у меня там ну, снова сумма по там, столбцам, она равна единице. Ну, потому что мы вот отсюда как бы вышли что-то, а потом ну, добавили там к этой строчке или к этому столбцу нужное значение. Вот, но оно как бы чинит какие-то проблемы. И, ну, вот тут вот написан код, который как раз получает эту матрицу с учетом вот этих вот двух пунктов. То есть мы берем, вот у нас есть какой-то граф, который, ну, который мы представляем нашу там сеть всех ссылок. Вот, мы смотрим, ну, как бы, какие вершины у нас тупиковые, то есть откуда мы вообще не идем, вот, и добавляем к ним равновероятное распределение, ну, как бы, виртуальные ребра, что мы можем перейти в любую вершину, вот, и делаем вот это вот демпфирование, ну, домножая, как бы, на вот эту вот матрицу, короче, реализую вот эту вот строчку. И так вот мы будем получать вот эту матрицу. Так, тут понятно или не очень понятно, что происходит? Ну, может, то есть мы быть, типа есть добавили вопросы? Вероятность, что мы можем перепрыгнуть, получается, и там поэтому перенормировали эти вероятности как-то. Ну, да, то есть мы как бы взяли и связали все вершины у разных компонент связности. Вот, и просто у нас есть там вот в строчке, ну, пусть у нас там, наверное, вот тут вот у нас была матрица M, которая, вот я говорил то, что, сейчас я ее найду, секунду, вот, матрица вероятности переходов. И вот у нас по столбцам сумма единиц, то есть вот мы стоим в вершине, и мы всегда из нее, ну, как бы, можем уйти равновероятно в какую-то другую вершину. Вот, и мы берем, как бы, вычитаем какую-то часть из, ну, каждого элемента, а потом прибавляем диагональную, и так мы делаем так, что мы из любого узла, да, можем перейти в другой с какой-то очень маленькой вероятностью. И, ну, избавляемся вот от компонент сильной связанности, которые друг от друга обособлены. Ну, то есть, типа, делаем эргодическую цепь, по сути. Да, да. Угу. Вот, и как я уже сказал, нам нужно просто искать ну, наибольшее собственное значение. И это будет как бы ну, наш ответ в PageRank. То есть это будет вероятность того, что вот такой вот блуждающий пользователь там окажется на каком-то сайте с определенной вероятностью. И вот мы получим эти вероятности и будем ну, как бы ранжировать страницы, ну, таким способом. Вот. И тут есть вот два способа это искать с помощью, ну, просто получается сингулярного, не сингулярного, ну, как бы вот разложение на переход в базис как раз собственных векторов, чтобы вот эта вот матрица была диагональна. Вот. И мы, получается, как раз, ну, NP-линалк, вот, эйк, он берет и раскладывает матрицу. А на выход он подает собственные значения и собственные вектора. Вот, и мы берем максимальное собственное значение наше, вот, потому что, как бы, ну, наша задача найти его, и оно будет как раз равно единице. Вот, и у этого собственного значения мы смотрим собственный вектор. Ну, и тут делаем L1 нормировку. Вот. И если брать и считать для нашего
а графа, который вот был, то мы получаем то же самое, что было раньше. 0,2, 0,4, 0,2, 0,2. Ну, тут с какой-то точностью. Ну вот, и алгоритмическая сложность у этого алгоритма от n в кубе, потому что, ну, потому что, короче, делать вот это разложение от n в кубе занимает. Вот, и есть как бы итеративный метод, который мы уже, по сути, прошли. Это то, что вот мы будем просто брать и перемножать матрицу m на v, и, ну, вот так вот менять начальное состояние. И v мы выберем рандомно. И когда мы перестанем как бы изменять вот это v, то есть найдем стационарное состояние, то мы выходим из этого цикла. Это называется там метод степеней по-русски или power, ну, power метод. Вот. И можем посмотреть то, что у нас получается тут то же самое, просто мы зачем-то берем другой граф. Странно. Но, ну, вот так вот. Но получится то же самое. Ну вот, и этот метод, он чуть получше, ну, как бы достаточно быстро сходится. Ну вот, и сложность вычислений, ну, нужно представлять, что мы рассматриваем граф из всех-всех там возможных ссылок там интернета. То есть это безумное число. Вот, и поэтому n — это как раз длина, ну, количество ссылок, и поэтому от n в кубе — это какие-то, ну, безумные вычисления, поэтому вот если мы там сведем q от n квадрат или даже q от n, вот, если там разреженные матричные умножения использовать, то это, ну, можно реально воплотить в жизнь, ну, что и сделал, в принципе, Google, вот, когда-то очень давно, там, в начале 2000-х. Примерно так. И вот тут вот еще написано то, что как бы, ну, как раз скорость подсчета. То есть вот мы будем считать с помощью разложения на собственные, ну, вектора и с помощью вот этого вот метода степеней. И он будет работать быстрее. Вот. Ну, для больших вот, большого числа вершин. Вот. Такой вот вывод. Понятно или не очень, что происходит? Я что-то не очень понял интуицию с тем, что мы берем наибольшее собственное значение. Или что-то, вот, не очень понял. Да. Ну, то есть, смотри, у нас есть вот эргодичная цепь Маркова, да? И как бы, ну, свойство эргодичности, оно заключается в чем? В том, что у нас, ну, найдется стационарное состояние. Так? Да. А, и типа и у нас всегда наибольшее это лямбда равно 1, и поэтому там как раз будет стационарное. Все, да, все понятно. Да-да-да. И вот как бы вот есть теоремка, которая вот есть и в семинаре вот тут вот, и вот в этой книжечке, которую тоже потом скину в чат. Вот, который говорит то, что один — это наибольшее собственное значение. И как бы нам нужно как раз искать его, потому что ну, оно как раз и отвечает вот этому вот ну, свойству стационарности. То есть вот это вот выражение, когда у нас вот просто если сюда подставить лямбда равные 1. Ну вот. И вот этот вот метод степеней, power метод, он ищет только максимальное собственное значение у матрицы. Он не может искать все собственные значения. Ну вот, и поэтому как бы все очень классно тут, и все очень красиво. Да-да, все понятно. Да, ну как бы, не знаю, наверное, вам интересна интуиция, как вот почему метод степеней сходится? Ну вот, почему вот такая вот итеративная процедура найдет собственный вектор, у которого максимальное собственное значение, вот который вот здесь был реализован. Вот эта вот штука, она найдет такой вектор. Ну, а там вроде в эргодической теореме же как раз то, что это предел там Pn, это и будет там стационарное распределение. И, по сути, как раз-таки вот итеративно, если мы двигаемся, ну, это как бы
мы приближаемся к вот этому, там по эргодической теореме вроде так. Ну да, ну как бы просто интересный, мне кажется, факт, что именно к максимальному собственному числу, ну даже если вот от, ну, отодвинуть вот именно применение к там слупам и там к бриджранку, то просто вот этот вот итеративный метод, ну им реально легко там находят максимальное собственное значение, это прям стало такой одним из ключевых методов. Ну просто оказывается он не очень сложно, то что давайте интерактив power сейчас. Метод как работает. Сейчас доказать сходимость. Так, хорошо, метод степеней. Давайте сходимся. Сейчас. Где-то я находил, мне кажется, ссылку, где это доказывается. Вот, наверное, на вот это вот. Ноутбука просто придумал этот метод. Ну вот Google придумал этот метод, он прям стал супер популярным, и любая какая-нибудь вычислительная математика, она занимается тем, что там люди проходят метод, такие, вау, как классно. Вот, и, да, вот ссылка, где доказывается все это. И, ну, что утверждает, ну, вот эта вот теорема, то, что вот такой вот итеративный процесс, он будет находить нам собственный вектор с максимальным собственным значением. Вот такой вот. И как это доказывается? То, что мы берем, и у нас есть, ну, какой-то вот базис собственных векторов. x1, там, x2, xn. И мы можем любой вектор разложить по этому базису. Вот мы делаем вот это вот разложение. И что мы делаем? Мы просто перемножаем на какую-то матрицу А. Вот. И как бы, ну, для матрицы А вот эти вот x1, x2 и так далее — это собственные вектора. Поэтому при перемножении А на x1 я получаю там лямбда 1 на x1, лямбда 2 на x2 и так далее. Вот, то есть вот такую вот сумму. И когда я вот проделываю это раз, ну, там, n раз, то у меня просто, ну, степень собственного числа, она как бы увеличивается. Ну вот, и в конце я получаю вот такое вот выражение. И я просто беру и делю на предыдущую итерацию, и как раз вот тут вот, ну как бы если взять и откинуть все эти слагаемые, ну потому что как бы тогда у меня, ну такой вот меньше либо равно ставит, то есть я уменьшил как бы знаменатель, у меня все это уменьшается, но суть в том, что вот это вот лямбда 1, оно как раз... ну, останется единственным, и потом вот у нас будет там о малое от уже, насколько второе собственное значение меньше, чем первое. Ну, вот. И как бы такое, еще в степени k. И как бы это число у нас меньше единицы, поэтому когда в степень k я буду его возводить, то оно будет совсем маленьким. И поэтому у меня вот эта вот вся штука, она сойдется к максимальному собственному значению. И вот как бы... Поэтому этот метод и приобрел такую популярность, то, что он быстрее, чем полное разложение, может найти интересующий нас собственный вектор, ну, там, максимальный. Или минимальный, если мы там возьмем и просто минус поставим матрице. Вот так вот. Не знаю, наверное, забавный факт. Вот. И как бы потом тут есть какие-то вот навороты с тем, что можно брать и добавлять не единичную матрицу, ну вот для там демпфирования, а какую-то вот персональную, то есть там под каждого пользователя понимать, каким там сайтом он склонен, вот, и как-то учитывать эту информацию. И
Ну, просто вот формировать эту матрицу M переходов чуть поумнее, как бы. Ну вот, но странно, просто эта вот функция нигде не вызывается в этом ноутбуке. И поэтому не знаю, зачем она тут нужна. А вот такую штуку можно же делать, когда у нас получается там матрица, которая задает граф, она с весами, да, тогда мы можем как-то учесть, типа, куда пользователь более вероятно перейдет, да, наверное. Ну, да, ну, то есть, как бы, вообще первоначальная идея была то, что он будет рандомно ходить, вот, и мы, как бы, вот, чисто из какой-то информации о том, кто на нас ссылается и на кого ссылаемся мы, сможем понять, какой там, типа, веб-сайт хороший, какой плохой. Вот. Ну, и как бы, ну, PageRank сейчас используется, например, чтобы там вроде бы статьи на архиве смотреть, ну, то есть как бы тоже мы смотрим, на какие там другие статьи ссылается это и какие на нее. И вот мы можем так вот отранжировать. То есть если мы там будем случайно просто ходить по вот всем-всем статьям, то у нас будет какой-то стационарный вектор, ну, вероятности того, что мы, ну, окажемся в той или иной. Вот это как бы показывает какую-то, ну, не знаю, релевантность статьи. Вот так вот. Ну, вообще, да, я вот тоже вначале сказал то, что вот все это было изобретено очень давно, и как бы, ну, тоже можно поспорить, насколько хорошо там вот так вот рандомно ходить, это вообще там не описывает пользователя. Мы тут про машинное обучение, где мы там учитываем все признаки там всего, что у нас есть. Но вот как раз эта идея, она, ну, породила какую-то парадигму, то, что у нас есть там сколько-то, ну, вот есть граф, и у нас есть узлы, и мы можем от них доставать сообщения. Ну, то есть теперь мы будем, например, учитывать текст этих там статей или там какую-нибудь еще другую метаинформацию. И мы будем брать от них как-то, получать информацию, агрегировать ее, обновлять наше внутреннее состояние, которое тоже потом будет обновлять, ну, отдавать другим информацию. И так мы можем обучать что-то на графах, что потом нам будет полезно. Ну, то есть выучить какой-то эмбеддинг и по нему потом брать и определять релевантность, например, выдачи. Вот. И, в принципе, так люди и перешли к графовым нейронным сетям. Вот. И как раз вторая часть семинара, она про графовые нейронные сети. Так, понятно, что происходит или не очень? А что вам на лекции, да? Можно вам? То есть, получается, сети мы будем использовать, чтобы лучше, чем равновероятно, задавать эту матрицу, или это совершенно уже по-другому будет? Ну, как бы можно и к этой задаче, ну, применять вот это вот всего, но идея была то, что, ну, короче, многое что можно представить в виде графа. Ну, типа там, вот вам на лекции должны были рассказать, что там какие-нибудь молекулы в химии, это тоже можно представить как такую графовую структуру. А, например, там граф друзей в социальной сети, это тоже граф. А, вот как раз всякие страницы, как они друг с другом связаны, тоже граф. И хочется брать и применять машинное обучение к этому всему. Вот. И возникает вопрос, а как это делать? И Google взял и создал какой-то, ну вот, простой алгоритм PageRank. Но его концепция была то, что мы берем, смотрим на страницы, которые ссылаются на нас, вот, и как-то, исходя из их информации, там, пытаемся подменить свою. И вот эта идея, она как раз и будет в графовых, ну, нейросетях. Вот. Ну, короче, идея семинара была в этом. То, что вот показать вам PageRank, то, что у нас есть графы, мы как-то можем по ним там ходить, учитывать эту информацию там какими-то статистическими способами, а потом мы можем взять и сказать, что у состояния есть embedding,
у как раз там переходов есть тоже какие-то веса, есть какие-то признаки, и начать там учить какие-нибудь сетки, ну, на этом всем. Вот. Ну, то есть мы уйдем от идеи того, что мы пытаемся дойти до стационарного распределения, а сразу будем писать нейросеть, которая учтет все эти связи. Ну, типа, да. Такая суть. Да-да-да. По сути так, да. Ну, да, и просто как бы хочется на этом, ну, семинаре рассказать про, ну, вообще графовые нейронные сети, то есть там не только непосредственно задачи какой-то вот там ранжирование каких-то страниц, ну, там, задачи PageRank, по сути, а просто то, что, ну, достаточно интересный механизм, который, наверное, сейчас активно еще не используется, но, возможно, за которым какое-то тоже светлое будущее, потому что, ну, такое очень универсальная вещь, как кажется сейчас. Ну вот. И, ну вот, первый абзац, да, начинается с того, что сверточные нейронные сети, которые мы проходили, это на самом деле частный случай, ну, графовых сеток. Вот. Потому что у нас картинка, ну, как бы вот эти вот пиксели, это тоже можно сказать как вершины графа. И вот мы берем и что делаем там при просто обычной там convolution сетке? Мы берем и как-то эту информацию пытаемся агрегировать, кладем ее там в новый какой-то, ну, вот, фичи-мапу, потом снова мы применяем к нему какую-то свертку, которая просто бегает и соседние вот эти вот вершины учитывает, кладем еще в одну. И так вот мы делаем много-много раз, и в конце, ну, вот там самой обычной глубокой convolution сети, мы как бы видим прям общую картинку. То есть мы там берем и уже вначале там мелкие какие-то паттерны научились находить, а чем глубже, мы понимаем вообще картинку в целом и можем брать и решать какую-то вообще задачу классификации. Ну вот. Ну, там, не только классификации, еще множество других каких-то, ну, вот, CV-задач. И хочется взять и как бы, ну, и convolution-сети, ну, там, сверточные сети, они работают прям прекрасно, много где используются, ну, вот. И хочется как бы перенести все эти идеи на такую неструктурированную штуку, как графы. Ну, потому что в картинке у нас есть явный порядок там этих пикселей. А тут у нас вообще непонятно, как эти вершины будут располагаться. Вот. И сейчас мы, да, поговорим про всякие графовые там свертки и про графовые нейронные сети. Как вообще с ними работать? Наверное, вам рассказывали на лекции как бы какую-то основную концепцию графовой свертки. Даже. Ну, у нас на лекции в основном про PageRank было, а про сети, насколько я помню, мы только... Мы на нем и остановились, на PageRank. Это был конец. Угу. Так, да, давайте тогда про свертку на графах поговорим. То есть, я вот, ну, сейчас описал, ну, convolution свертку. А мы хотим сделать примерно то же самое, но только теперь, если у нас есть не пиксели, а вершины графа. И вот как бы, что из себя представляет вот эта вот свертка, это то, что я беру каких-то там соседей, и у меня есть... Давайте посмотрим на то, что тут написано. Ага. У меня есть как бы такие вот... Ну, концепция. То, что есть метод message, который как раз берет и, ну, достает какую-то информацию из соседних вершин. Ну, то есть, вот представьте, я пытаюсь взять и как-то агрегировать информацию со всех соседних вершин. Мы пока что не говорим там, зачем, какую задачу мы решаем, просто концепцию пытаемся понять. Вот, мы стоим в какой-то вершине, мы знаем соседей этой вершины. И у каждой этой вершины есть эмбеддинги. Вот. Эти эмбеддинги, это как бы может быть там, ну, просто как NN-эмбеддинг в NLP,
который по какому-то там дискретному токену получает вектор, который мы обучаем. Может быть, это агрегация каких-то там внутренних состояний. Ну, например, у нас мы рассматриваем социальную сеть, и у нас есть вершина — это человек. И вот как бы эмбеддинг — это там признаки, там рост, вес, там количество друзей и так далее. Ну, просто какие признаки захотите, они там будут учитываться. Вот. И я хочу взять и как бы эти эмбеддинги... Что-то с ними сделать, какую-то вот сделать конволюцию. Вот, поэтому у меня вот есть операция message, которая из вершины достает этот embedding. А, вот, потом операция aggregate, которая вот у меня получила эти embeddings с соседей, ну, вот, и пытается как бы, учитывая текущее состояние этой вершины и эмбеддинги, ну вот, состояние других вершин, которые соседние, получить какое-то новое и положить в эту вершину. И вот все это у нас будут задавать какие-то обучающие матрицы. Ну, там, обычные вот эти вот омега-1, омега-2. Вот. И все это мы назовем графовой сверткой. Вот. А тут что-то типа attention получается, нет? Да, вот как бы хорошее замечание, то, что вот ну, казалось, ну вот то, что attention — это прям супер классная вещь для NLP, вот, но я не знаю, на самом деле, как исторически было, вот те, которые занимаются графовыми нейронными сетями, говорят, что вот чуть ли не они как бы там инициировали attention, а потом его применили в NLP, потому что в NLP тоже есть порядок. Ну, то есть вот у нас есть там сек-ту-сек задача, которую вот у вас сейчас в домашке, ну, переводчик вы делаете. И вот вам нужно реализовать слой attention. Ну, как бы, или там трансформер вы какой-то берете. И вы там с помощью какого-то positional encoding пытаетесь в этот вектор, ну, который вы учите для конкретного токена, положите, ну, вот эту вот информацию о том, где он на самом деле расположен, а поверх этого, ну, навесить attention, который поймет, там, с учетом того, что он значит, и с учетом того, на какой позиции он расположен, какую информацию дальше, как бы, ну, продвигать. Вот. А в графах нету такого понятия, как бы, ну, там, позиция. Вот граф — это просто... ну, какая-то абстрактная вещь, и мы, не, ну, как бы не пытаемся упорядочить вот эти вот вершины, мы просто знаем, что они связаны друг с другом. И да, поэтому как бы идея attention тут просто безумно хорошо ложится, то, что мы, ну, вот пытаемся с помощью этих обучающих матриц, по сути, ну, продемонстрировать эту идею, там, с какой какой вероятностью взять ту или иную информацию и положить в текущий вектор. Вот. Ну, вот, примерно это хотелось сказать. И вот тут вот можем посмотреть на то, как реализуется, ну, вот, графовая свертка. У нас тут есть специальная либо, которая называется Torch Geometric. Вот, и, ну, какая-то просто со своими методами магическими и так далее. Вот, чтобы написать, например, графовую свертку, нужно отнаследоваться от класса Message Passing. Вот, и как раз определить эту свертку. То есть мы берем и на вход получаем как бы индекс, ну, вот эти вот, связь нашу какую-то, короче, ребро мы получаем, и x — это как раз вершина, с чем, ну, как бы мы связаны. Вот, наверное, тяжело так будет рассказать. Давайте мы вернемся к этим классам попозже, а сейчас мы посмотрим на то, как бы, какой датасет у нас есть. Вот у нас есть датасет, который называется Cora. Вроде бы это датасет тоже каких-то статей, которые, ну, ссылаются друг на друга. Вот есть океанографические карты, датасет, риторч. Вот, я видел еще то, что это про статьи какие-то. Давайте еще раз посмотрим вместе. Я бы найти эту информацию.
в нем. А вон, вон там по второй ссылке написано было. Вот, вот тут вот. О, а вот там прям в описании есть. 2700 научных публикаций. А, да, вот. Medium спасает. Да. 2000, да, научных публикаций. И они цитируются друг на друга. И вот тут всего 5490-29 ссылок. Ну вот, и... У нас каждая, получается, статья, она описывается каким-то, ну, эмбеддингом, словарем, который содержит 1433 значения. Вот. И, как я понял, оно разбито на какие... Ну, все эти статьи, они разбиты на 7 классов. Вот у нас, да, 5000 с чем-то этих ребер. Ну, x2, потому что и туда, и сюда, кажется, они ссылаются. И да, где-то есть фичи, вот классы. Она содержит просто 7 разных классов, и мы будем, по сути, решать, ну вот, про что статьи, про там теория, обучение с подкреплением, нейронные сети, какие-то генерации, ну вот и другие, и мы, по сути, будем пытаться решать задачу классификации, то есть а какому классу соответствует эта статья. Вот. А давайте вот мы возьмем, подгрузим наш датасет и создадим даталоудер. Вот, даталоудер у нас тут необычный, который из вот этого вот PyTorch Geometric. И вот можно взять и, ну, повыводить тут. И тут забавно то, что у нас, ну, вот этот вот лоудер, он содержит патч размер 1. То есть вот у нас только можно взять... Сейчас. Вот мы выведем патч, и как бы, ну, если бы их много было, то он бы продолжил выводить, но на самом деле он один. И как бы вообще что-то непонятно происходит. У нас есть x, ну, тут, кажись, какие-то вот шейпы как раз появляются. Ну вот, то, что у нас есть размер как раз словаря, и сколько у нас всего статей? 2708. И вот у нас есть таргеты, это получается класс для каждой статьи, который мы попытаемся предсказывать. И как бы тут за нас уже разбили на train-валидацию тест и сделали просто вот такие вот маски. То есть как бы мы, ну, знаем, какая у нас вершина, она уже известна, ну, там, класс статьи, какая... Ну, какой неизвестный, и мы хотим на ней тестироваться. Ну вот, и как раз у нас edge index, то есть кто куда, и вот у нас 10556 значений. Вот такой вот у нас датасет. И, по сути, давайте тогда вернемся к вот этой, ну, к свертке. То, что вот у нас получается, есть вот эта вот матрица X, это такие эмбеддинги каждого состояния. И... edge index, который говорит, что куда. И вот мы вызываем функцию propagate, которая возвращает нам эмбеддинги соседей. Вот. И затем мы просто применяем, ну, линейный слой к нашему текущему состоянию. Вот, как я понимаю, тут нам будет передаваться чисто наше текущее состояние. И эмбеддинг соседей. Вот, а потом мы это нормализовываем и выплевываем все. Вот. А, и как бы, ну, вот так вот мы реализуем свертку. То есть, как бы идея такая, что вот мы берем информацию из соседних вершин, нашу информацию, запихиваем туда обучающие матрицы, ну, пока там без каких-то вот идей attention, то, что там где-то делать softmax и умножать на эти вероятности, вот просто типа обычные линейные слои, вот, и как-то мы все это будем объединять. Итак, мы делаем свертку, а потом вся наша графовая нейронная сеть, вот она тут вот, что она из себя представляет? Мы вот берем и добавляем вот этих вот сверток, сколько у нас слоев тут есть. А затем у нас есть еще, ну вот, такой набор слоев, которые обозначают
ну, как бы после того, как я понимаю, как мы получили наши текущие вот X, который нам пришел из всяких месседжей, мы это там сагрегировали вот нашим сверткой, а потом мы хотим там наделать еще несколько линейных слоев, чтобы, ну, просто там, например, выдавать ответ и решать уже задачу классификации. Тут, кстати, очень смущает, что нету NN-линер. Давайте мы добавим. Не линер, а ревю, извините. То есть нету активации. Ну вот, и тут как раз мы что делаем еще раз? Вот нам прилетает какой-то батч, мы достаем оттуда X, достаем все вот наши связи, и, ну, батч зачем-то нам тоже тут нужен будет. Потом мы идем, сколько у нас слоев вот этих вот convolution, и применяем вот эти вот свертки. Передаем X и как бы как раз эти матрицу связанностей. Вот, после свертки делаем relu dropout, и так вот, ну, делаем несколько сверточных слоев, и как у нас с конволюшенами эта информация так агрегируется, 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 и там, то есть мы в целом смотрим, на какие там данные статья ссылается, и учитываем их, ну, дикшенери. Вот, потом мы делаем вот это вот post-MP, которая уже, ну, такая как бы голова нейронной сети, которая предназначена, чтобы потом решить задачу классификации. Вот тут вот мы задаем как раз output team, который потом мы делаем, ну, logged softmax и решаем задачу классификации, какая у нас статья. Вот, используем NLLoss, вот, который как раз и принимает в себя logged softmax. Вот. Ну, как бы вот тут вот я сказал, что нам конкретно X нет, мы увидели, что там прям вся матрица X-ов, ну, то есть вот сколько у нас вершин и их эмбеддинги. Но вот кажется, что вот Propagate как раз она как-то, ну, по-умному определяет по вот этой вот матрице Edge Index, там какие связаны с какими вершинами, и сразу запускает для всех, ну, вот эту вот как бы функцию месседжа, которая у нас вот тут вот есть. Она просто дает нам embedding и aggregation, которая, ну, короче, которая нам вернет вот эти вот эмбеддинги, которые мы применим, наши там нейронные слои. Вот, и давайте запустим это все. Тут просто мы по какому-то параметру определяем, какой оптимайзер использовать через, ну, ифы перечисленные, потом scheduler добавляется, если это тоже указать. Ну, как бы функция обучения и теста, она понятная. То есть вот мы идем по бачу. Напомню, что у нас тут будет только вот как бы один бач, то есть у нас одна эпоха — это один бач. Вот. И мы применяем к этому бачу модельку, получаем предсказание, у нас есть игреки, и мы считаем наш там лосс и делаем backward только по обучающей маске. Вот, ну, рисуем метрику раз там сколько-то эпох, и потом делаем тестирование, все то же самое, только теперь для как бы тут вот тестовой маски мы должны все это применять. Вот, и тут у нас есть какие-то параметры, то, что вот у нас будет два сверточных слоя, там, ну, голова у этого сверточного слоя, то есть как будет размерность расширяться, batch size, непонятно зачем указано, наверное, чтобы вот эти вот aggregation делать, типа, бачом по 32. Адам без скедулера, количество эпох, там, вероятности дропаутов, регуляризация L2 и learning rate. Вот. И так вот тут вот мы подкрутили датасет. И давайте запустим наше обучение. И вот он начал учиться. А, да, давайте вы зададите вопросы, что понятно, что непонятно. Как долго вы обучали первую и вторую часть из домашней задачи? Так, получается, это про вот
текущую домашку, которая по NLP. Да. Давайте я вспомню, что такое первая и вторая часть. Первая часть, как я понимаю, это просто написать вот это вот все, да? А, честно, не помню, сколько я ее учил. И, наверное, минутам 20 это должно учиться. Вот, но там первые пороги, они, да, должны пробиваться достаточно, ну, реально. То есть там не надо что-то супер... Ну, короче, не надо выходить за рамки вот этих вот комментариев, и пороги пробьются. Да, вопрос, Никита. А вот эту метрику надо на каждой эпохе, ну вот, на каждой итерации вводить? Ну вот, dev blue. Ну, как бы тоже можно выводить там раз в сколько-то там бачей, например. Ну, то есть, если у вот нас там... Вот этого ассорт не поменяется? Ну, типа, мы же там средние берем по тем, как мы выводили эту штуку. Ну, мы последние 10 значений берем. Ну, то есть, как бы... Ну, вот последние 10 значений, если мы на каждом шаге выводим, если там раз в 100 шагов, например, то они разные будут вот в этом вопросе. Я понял, не нужно выводить... Ну, короче, нужно что-то среднее взять, если вы можете там последний, например... Короче, взять какой-то валидационный участок, там прям на каждом повыводить и взять последние 10. Вот, ну, почей. Ну, то есть, типа, на последних эпохах, условно. Да. Ну, короче, там... Можно не сильно тут обращать внимание. Понятно, по графику будет то, что вы там, ну, пробиваете тот или иной порог, в принципе. Ну, и просто, что у вас хорошо учится. Вот. А еще я хотел узнать, вот если в ответ, ну, вот, где мы выводим там внизу, вот, после сорта, если там в переводах тоже встречаются эти... символы, там собаки, по-моему, или что-то такое. Это нормально? Потому что вот в исходных данных они тоже есть. Я не очень понял, что это значит. А, собака появляется, когда мы делаем вот это вот ППЕ-кодирование, потому что то есть, если вот смотреть вот этот вот код, наверное, тут будет это. А, нет, это появляется, потому что в дефолтной библиотеке такое есть, которое вот мы используем в ППЕ-кодировании. Это просто то, что у нас, ну вот как бы на части слова разбито. То есть если собака, то нужно читать слово как единое целое. То есть вот если смотреть вот эту библиотеку... Ну, то есть они в транслейте нашем тоже могут появляться. Да, потому что ты тоже к ним, да, применяешь ППЕ-кодирование. Да, вот можно посмотреть, и тут можно, ну вот, да, как раз вот эти вот собаки, наверное, появляются. Это то, что как бы вот это вот слово, это единое целое. Вот, да, такое. Ну, да, это вот как раз потому, что ты как бы бьешь на вот эти вот токены и пытаешься на них учиться. Вот. Ну, как бы обычно потом вроде бы есть встроена какая-то штука, которая убирает потом, но если нет, то можно просто написать регулярное выражение, то, что если там есть две собаки и пробел, то возьми и схлопни это там в одну пустую строчку и избавиться от этих собак. Ну, и тут можно как-то брать и задавать вот эту вот... Короче, разделитель. То есть, если он не нравится, то какое-то другое можно ставить. Вот. Наверное, где-то тут должен быть как параметр. Нет, тут нету. Значит, где-то еще. Ну, короче, это нормально, да. А вот еще один вопрос я хотел уточнить. Вот в базовой модели encoder мы пишем через RNN, а декодер через RNN-cell.
типа, чтобы там циклом, ну, каждое брать отдельно. А когда мы применяем attention, то я просто не очень пока понимаю, как его вклеить, но, видимо, нужно циклом тоже, да, проходиться в энкодере RNN целом. Потому что нас просят вернуть сейчас, где-то, вот ниже, вот модели уже. Вот, нас просят вернуть последовательность скрытых состояний и маску. То есть там тоже RNN целом, да, нужно будет поменять как-то энкодер. Нет, ну, потому что, как бы, attention что делает? То есть, вот, ну, как бы, у тебя же то, что ты подаешь на, ну, вход, оно, как бы, ну, статично. То есть, вот, у тебя есть текст, который тебе нужно перевести. И ты сразу можешь обычной RNN-кой пройти и получить, ну, вот эти вот скрытые состояния. И потом ты хочешь применить к ним твой вот этот вот attention-слой, который возьмет эти состояния, и там, как бы, ну, на них навесит вероятности, и потом там, например, возьмет, ну, как бы, усреднит их с ними и будет учитывать в RNN-цели, когда ты будешь генерировать. А, ну, то есть из RNN можно достать последовательность состояния энкодера? Да-да-да. То есть, да-да-да, там, как бы, вот, если смотреть там, ну, LSTM, наверное, какую-нибудь, PyTorch, то она там возвращает. Output. Вот, то есть она берет, возвращает вот эти вот последние там, ну, скрытые состояния, и output — это tensor как раз... Короче, это как раз каждое из скрытых состояний. Вот. Ну, хорошо, все, тогда потом разобраться надо будет просто. Да, ну, и как бы, да, в генераторе, ну, на этапе генерации мы используем как бы как ячейку эту, потому что, да, мы не знаем полностью нашу последовательность, вот мы знаем вход в нашу ячейку, ну, вот два вот этих вот входа, какой-то там текущий токен, ну, вернее, предыдущий токен, и какое-то скрытое состояние, которое мы там получаем из attention'а и из предыдущего, то, что мы уже нагенерили, вот, и мы из этого всего подаем это в cell, она там вплевывает наше следующее состояние, ну, скрытое, и мы по нему пытаемся решить, ну, как бы, задачу классификации, какой следующий токен у нас будет. Вот мы так нагенерили следующий токен, и теперь, как бы, мы повторяем эту операцию то же самое, ну, еще раз, вот. Поэтому ну, то есть, как потому бы... что у нас обновляется состояние, поэтому мы RNN-cell используем. Да, ну, то есть, как бы, да, нам нужно не полностью вот рекуррентной сеткой пройтись, а вот именно взять ячейку и ее много раз применять, ну, много раз ей применять, ее, вот. Поэтому вот так вот. А если бы мы применяли RNN, то он считал, что мы как бы сразу все скрытые состояния знаем, да? Ну, то есть, что-то такое. Ну, то есть, ты бы... брал и подавал декодеру, ну, как бы уже всю последовательность, которую ты генерил. О, да, то есть все скрытые состояния. Да, и как бы это не очень хорошо, потому что ты, ну, как бы хочешь именно вот вход контролировать и текущие, ну, да, предыдущий, да, токен. Вот, поэтому cell использую. Вот. Еще, может быть, какие-то вопросы по домашке, если мы уже к ней... пришли, а потом досмотрим там, что получилось. Я могу запустить еще тест. Да, вроде пока все. Угу. Да, ну как бы я не знаю, тут, да, основной комментарий то, что попытка была там написать кучу каких-то вот этих вот док-стрингов и так далее. Если вам неудобно, но вы понимаете, что вообще требуется в задании и вообще что происходит в этом домашнем задании, то вы можете там не следовать вот этим шаблонам и просто там какой-нибудь трансформер в качестве, ну не трансформера, взять у трансформера энкодер и использовать его в вашей сек-ту-сек модели, там получить вот эти вот скрытые состояния, потом еще attention на них навешать. Ну, то есть, что вы хотите, то, в принципе, делаете, но, как бы, вот самый, наверное, минимальный вариант, ну, как раз наоборот упростить, что вот, что нужно сделать в каком-то из слоев. Вот. Ну, и так, как бы, если... Угу, да.
Вот последний, наверное, вопрос. Я пока не очень врубаюсь, что такое маска вот эта. Как вот эту маску доставать? Ну вот, это, ну, маска возникает из-за того, что ты, ну, делаешь паддинг, ну, как бы падишь твои входные последовательности. То есть, как бы, вот мы уже обсуждали на задаче как раз QA, которая question answering, то, что они все разной длины. И мы хотим их как бы сформировать в какой-то один тензор. Поэтому мы берем и какими-то специальными там значениями дополняем их, ну, до как бы края. Вот. И мы формируем маску, как раз которая говорит, это значение, это реальный какой-то токен был, или это специально паддинг токен, который мы добавили, чтобы у нас просто размерность сошлась. Вот. А, ну и когда мы там его не будем учитывать в attention, получается. Да, потому да, что да. Если бесконечность, значит, там вероятность нулевая получится у него. Да-да-да, и как бы вот как раз, да, тут написано то, что, ну, там часто ошибка, то, что вот забывают про эти специальные паддинги, ну, и вот это распределение вероятности сильно едет, и там еще хуже начинает, ну, работать по сравнению без attention'а, вот, но как бы их как раз не нужно учитывать, ну, вот, просто делать там логиты какие-то минус бесконечность, да, чтобы вероятность была ноль, вот. Ну, как бы, да, тут еще главное, чтобы без там циклов for, потому что если будет цикл for, то, скорее всего, у вас будет учиться, ну, там, очень долго все это. То есть нужно писать чисто на вот этих вот торчевых тензорных операциях. Ну, там, наверное, градиенты вообще же поедут все, нет, если for делать. Ну, нет, как бы Tor же запоминает, как бы, все операции, которые были с ним до этого. Ну, просто они будут вот так вот в цикле накапливаться, и потом backward будет бесконечно долго идти. Ну, то есть он вот будет потихоньку вот так вот прокидывать с каждой операции там for, например. Вот. Это, наверное, вот касается loss-функции. Вот. Тут вот просто хочется написать for, но, к сожалению, нельзя. Нужно брать и работать с тензорами. Вот. Ну, как бы, да, тут совет не расстраиваться, если сразу что-то не завелось, потому что, ну, домашка так, наверное, больше на то, чтобы вы больше вообще никогда не пугались работать там с торчом и тензорами и как-то понимали вот все эти размерности, ну, в NLP, как они там, ну, вообще соотносятся друг с другом, что вот есть там эти маски, как перемотать. Да, многомерный тензор. Пока мы здесь вот как раз-таки где лосс. А если лосс там 7.45, и он ассерт проходит, потому что там порог выставлен, но это нормально? Типа они хотят 7.5, а там получается 7.46 или что-то такое? Ну, как бы, наверное, нормально, потому что это какой-то dummy loss, то есть просто с рандомно инициализированной моделькой. Ну, короче, наверное, тут еще вот это вот MP all close, он в обе стороны учитывает, кажется, что наоборот, просто что около 7.5 должно быть. Ну, так, кажись, это... Угу, то есть, если элементы вот этих вот, ну, там, А и Б массивов равны с точностью там вот, ну, которая задается, наверное, вот этими вот двумя параметрами. Короче, это наоборот хорошо, что у тебя около этого числа получается. Да, сейчас это точно. Есть вопросы по домашке у Саши, Адель? Может быть, у вас есть что спросить? Нет, пока нет. Угу. Да, ну, как бы, если что, можете, да, писать мне. Я постараюсь помочь или ассистенту. Вот. Ну, и давайте, да, закончим семинар и как раз можем расходиться. Итог того, что мы сегодня проходили,
это то, что все это действительно учится, то есть наш там NLL-лосс падает, а метрика растет, и вот, то есть accuracy у нас там около 75, вот что неплохо, ну там для определения статьи. Вот, и как бы то, что, ну, на тесте тоже примерно такое, кстати. То, что прикольный инструмент графовой нейронной сети, достаточно сложный в плане того, что как бы нету структуры данных, не очень, на самом деле, еще такие мощные либы, ну, то есть там Torch, он, ну, очень сильно там разрос, там под любую какую-то операцию есть уже свои методы, вот Torch Geometric — это какая-то менее такая популярная вещь, но это активно развивается, вот, и, наверное, в будущем там, ну, вот про рекомендации, лекция сегодня была от Евгения Соколова, вот, как бы в рекомендациях тоже такое перспективное направление, вот, потому что как раз, ну, там, например, как порекомендовать друга, это, по сути, там, пропущенное ребро в графе друзей. И вот как бы если такие графы нейронной сети начнут работать супер классно, то рекомендации в социальных сетях еще улучшатся. Ну и как бы еще нужно придумать, как это все инферить в онлайне. Вот с этим, наверное, проблемы, потому что обычно там эти графы, они огромных размеров, и, ну, занимает достаточно много времени, чтобы там выдать рекомендации или как-то переобучить все это. Ну вот, ну, такая активно тоже развивающая область. Вот, надеюсь, какие-то воспоминания у вас останутся от этой темы, потому что дальше вот мы пойдем в рекомендательную систему, а это был просто какой-то обзор, что такое есть. У меня есть вот вопрос. Не по домашке, не совсем по семинару. Просто вы сегодня очень подробно рассказали о цепи Маркова, а я позавчера решала задачку. По сути, задачка, она была, вот я не понимаю, она должна была быть на алгоритмы структуры, но она была какая-то... В общем, сейчас вы рассказали, я поняла, что, скорее всего, эта задачка может решаться вот этой цепи Маркова. Я скинула в чат. Она очень короткая. Почитайте, пожалуйста. И скажите, что вы думаете. Ага, да, давай. Для того, чтобы преуспеть, Аркадий... Я такая же, есть задача там вступительных в шат. Или нет? Прям такая же? Нет, ну как бы это... Откуда задача? Это у Яндекса есть школа менеджеров, и там направление продуктовая аналитика вообще... Ну, не знаю, почему там такие задачи. Совсем не продуктовой аналитики. Мне кажется, да. Ну, короче, вот... Ну, достаточно много задач, которые при отборе в шат на тервер. Это то, что, да, если ты знаешь, что такое цепь Маркова, и вот, ну, просто как бы составляешь вот эту вот матрицу переходов, и там понимаешь, что у нее есть стационарное состояние, то ты просто там находишь максимальное собственное значение, и задача решена. А тут... Не, ну, ну тут по цепи, как минимум, тут бесконечное число состояний, потому что задача не кончается. Нет, почему? Это... Ну вот, как я понимаю, у нас интересуют только три числа. Первое — это неудачно решенная задача, и два других — это успешно решенная задача. И количество комбинаций получается три... Ну, короче, количество комбинаций из трех — это 8 состояний. Вот. И мы... Ну вот как будто как можно решать с учетом цепи Маркова? Мы смотрим каждый из этих состояний, когда она переходит в нужное нам состояние, где на конце будет две однёрки, и типа как-то вот это все смотреть, и потом у нас какое-то число появится. Мне кажется, что тут деревом просто решается, если дерево выписать, и все. Ну, мне тоже. Ну как бы тут не очень понятно, как вот там слупы применять, но кажется, что да, ты просто какие-то вот уравнения на вероятности пытаешься написать, то, что там вероятность там попасть в текущем состоянии, быть от там, ну, предыдущей вероятности, короче, написать вот такое вот уравнение, даже систему этих уравнений на вероятности, и пытаться это решить. А я могу сохранить, если у меня что-то быстро придет в голову, то могу потом тебе написать.
Да, хорошо, вот, спасибо. Ну, там уже сходу... все, если что, прошло, как бы, поэтому все честно. Да. Ну, как бы тоже интересно подумать, но я не обещаю, что, конечно, решу. Ну вот. Но да, Яндекс любит подобные, мне кажется, задачи. Ну, то есть вот отборы в ШАТ и всякие школы Яндекса, там что-нибудь Арьер, это какие-то вот такие около случайных процессов. Поэтому вот. Кому интересно, можете порешать оттуда. Но я не эксперт, к сожалению. Ну, то есть, как бы это просто какой-то на самом деле опыт. Ну, то есть, вот ты пытаешься там решать эти однотипные задачи с предыдущих лет, понимаешь какие-то идеи, вот, и помнишь их ровно там месяц перед, ну, экзаменом вступления в ШАТ, а потом забываешь, потому что, ну, обычно это редко где используется в какой-то реальной жизни. Ну, типа, решать какие-то задачи бизнесовые больше. Вот. Да. Ну, тогда семинар, да, закончен. Спасибо, что пришли. Вот. Всем удачи. Если будут вопросы по домашке или просто, то пишите. Спасибо, пока. Спасибо. До свидания. Спасибо.